Доброго времени суток! Спустя энное количество времени мы решили снова повыживать в Майнкрафте. Ага. И сейчас, в общем-то, мы этим и займемся. Эдакий небольшой мастер-класс. А, да. Как видите, я что-то принял, и у меня шатаются деревья. Жестко что-то принял. Вот ты наркоман. Я нарубила... Что-то я нарубила. Дубы я нарубила. Ты дубы, я березка. Голову подолблю березку. Верстак. И вообще, что мы сейчас собираемся сделать? Строить дом? Ты будешь делать домик. А я, как обычно, уйду в шахту. Не, ну как обычно, не надо туда уходить на 3 дня и 3 ночи. Я могу и больше. Так. Надо сделать, наверное, топорик. Я не знаю, где дом строить, какой дом строить и вообще, что с ним делать. Ты верстак уже сделала? Где верстак? Да, я им рублю землю. Не знаю, зачем, не спрашиваю. Ты его лучше поставь. Ну, на. Так. Вот он. У меня новый текстурпак, поэтому я могу путаться. Отлично. Но он прикольный. Ты же оба проверила? Да. Так, давай пока топорик такой и кирочку деревянную на первое время-то. На первое время сойдет все что угодно. Ох, где твой дом строить? Что ж мой дом? Ну я вообще хотела вот тут. Вот тут. Ну чё, тогда хрен тебя не шахта. Берешь, добываешь первый... Хоть сколько-то этого гребаного камня, чтобы сделать нормальные инструменты. А дальше хватаешь лопатки в зубки и вот этот вот слой земли убирай нафиг, потому что он какой-то лишний. Я так и хотела вообще-то. Да, ну отлично. И нефиг тут, ну и распоряжаться. Не бубнить. Цыц. Чё, дубовые досочки? Яблочко. Так, деревья будем сажать. Чтобы не было потом дефицита деревьев. И не приходилось за ними бегать за 3 километра. Так. И засеки, пожалуйста, сколько сейчас времени. Ну, полдень. В реальной жизни. 16:20. Отлично. Я сделаю сундучок. Рядом с верстаком. Я полагаю, у нас будет какая-нибудь маленькая хибарушка. Ну, по первости. Потом-то сделаем какую-нибудь замковую стену, потом сделаем... Без меня, пожалуйста. Потом сделаем еще что-нибудь. Нет. Конюшню. Больше, чем наш дом. Угу. Ну, в общем, как обычно. Ну, как всегда. А потом эту деревню постигнет разврат, и мы переедем. Да. Ох, сколько здесь разврата будет. О. Так, тем временем у меня уже есть 2 яблочка. Немножечко дерева. И я слышу, где-то умирает лошадь. Спасай. А, она в лаве долго. Ой, как жалко. Сейчас спасаю, спасательная операция началась. А, нет, она не в лаве долбится, она головой долбится, рядом с лавой. Откопай. Вылазь. Вылазь, коняша. Да вылазь. Она упадет, ты можешь ее закопать чуть-чуть там? Я на нее сейчас сяду нечаянно, и она меня скинет в лаву. Вот это будет совсем не... Во.
все. BBC мной доволен. Greenpeace тоже. Я спас лошадь. А что, а чего добился ты? Ну не знаю, у меня вот уже есть уголь и камушек. Господи, что это за кролевослик? Нормальный он, что тебе не нравится? Хибарушка. Опс. Ну, где-то, наверное, будет так. Маленький уютный домик. Ах ты ж жопошник! Что там? Шо на хрен? Получай топором по голове. Да что ж я... Он мне сейчас прикончит. Маленькая злобная тварь. Лопатой ему по башке. Башке. Бегай, бегай. Ой, о, одно есть. Сердечко. Все. Это было плотно. Ужас. Блин, а он, кстати, скоро ночь, а у нас... Давай хоть что-нибудь сделай. А у нас нету даже кроватей. Это да. А случайно не ты подобрал мои палочки? Ну, не знаю. У меня, я делал, конечно, палочки, сейчас у меня 16 штук их. Ну, возможно, ладно. Что-то я подобрал. Тебе дать половину? Я тебе скинул. Спасибо. Меркается, что делать-то будем? Ну, пока валить домой. Да, дома-то нет. Ну, не, ну, уже есть все, стены, все безопасно. Даже есть дверь. Без двери. Забирай верстак домой. Я сделала меч. Я буду тебя защищать. Отлично. Я буду чувствовать себя как за каменной стеной. Как войти-то? Войти-то? Я знаю, я могу сделать факел. О, господи, у нас тут лошадь в доме, я чуть... Да, я знаю. Не наделала. Моя домашняя лошадь. Так, верстак, нужен срочно верстак. На, вот. Ставь где-нибудь в угол. Ты... Да, отлично. Сейчас я сделаю бирюзовую дверь. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи, в моем текстурпаке зомби выглядит как ниндзя. Отлично. Спрячемся от них. Я его даже не заметила. Так, ладно, теперь я буду делать пол. Ой. А еще я могу повесить факелы. Вот. И вот. Ну, факелы придется чуть потом повыше свешить. Ау. Потому что, как видишь, пол будет чуть выше. Ау. Чего? А, ну ладно. Ты крафтишь из 0,5? Чё? Так, конечно. Конечно, немножечко мешается. Совсем малость. Да, отлично. Ой.
же. Ладно, пролезем. У меня сломался топор. Их убиваю. Я буду в них яблоком кидаться. Что, обалдел? Это же еда. О, там выпала морковка! Морковка! Ну, я думаю, до утра она... Ну, блин. А там крипак. Нет, забей пока на морковку. Не, ну, у меня просто уже нечем даже... Топора нету. У тебя есть этот, как его... Булыжник, да, вот, вспомнил. 3 штуки на, как раз тебе хватит. Ну, давай как раз топор сделаем. Ну, попробую, давай, я вот сейчас снимаю здесь. Готово? Я уже. Я бегу. Сбегай. Ой-ой-ой-ой. Ой. Все. А. Там точно не пролезут? Не пролезут. Ты уверен? Конь ушел. Ну вот. Теперь ему у нас не понравилось. Нет у нас домашнего кота. Коня. Ну да. Уж какой. Так, луна в зените. Так, чем бы заняться ночью? Чем у тебя дерева больше нет? Занимательную ночью нету. Понятно. Где понадобится там типа елка? Елка? Да. Типа дерево? Да. Ну, для чего-нибудь, да можно использовать. Можно, конечно, потолок из нее забубенить. Хотя вот как раз потолок надо было бы тогда из березы делать. А из елки пол. А сколько у тебя елок? Их еще нет. А. Я так интересовалась, просто я иногда хожу на тот берег. Осторожно, не упади, а то там Walking Dead. Ой, там еще, по-моему, мелкий. Ой, нет, вот мелких не люблю. Я лучше думал сейчас прыгнуть вниз. А он тут к нам, это, не пролезет? А, нет, они не пролезут. Вот пауки, да, пауки пролезут. Лучники прострелили. Прострел сделают сверху. Накинуть могут. Или маленький зажрал это опыт и убежал. Ну, может быть. Что-то выпало из него, смотри. А, слиток железа, что ли? Не вижу. Возможно. Такой нынче ценный дроп из амбарей. Ну, есть такое. Морковь, так это вообще рарочка. Рарочка. Да. Осторожно. Крипер идет, крипер, уходи с бордюра. Ну вот теперь не пуги воевать, блин. Да. И что самое страшное, днем, возможно, тоже. Тихо. Я уже не вижу никого. А вот раз крипер ходит. О. Он тут. А, зая! Ты говорил, они не пройдут. А, маленький, да, маленький. Маленький. Теперь я появлюсь, муха сранья. Двадцать первый левел. Какая боль, какая боль. Точно, маленькие же могут пройти. Я ж тебя спрашивала. И
И сколько метро. Тебе идти до меня? А, уже вижу нисколько. Там идти одуреть. Мой дроп. Нет, да, всего-то минут 40. Ну, практически утро. Что тебе? А, тебе выдать? Инструмент-то хоть отдай. Меч, лопата, уголь, лопата, одуванчики твои, морковка, кирка. Все. Все вывел. А, ну еще земля, по-моему. Фиг с ней. А, факелы, наверное. Факелы. Да, вот. Фонарики китайские. А у тебя не китайские фонарики? Ты поставила тот с китайскими фонариками? Да. Они немножечко страшненькие и узкоглазенькие. Фонарики? Нет, мы. А, ну, у меня-то как раз не наоборот. Страшненькие, с огромненькими глазками. Так, ну вот. Пойду-ка я, короче, за железом и кроватями. Железо у нас вот здесь вот валяется. Вроде бы. Где? Да, вот под домом. Под домом? Да, но я же зомби убил, из него железку выпало. Кстати, а где Крипер? Тут ходил на какой-то стороне, да. Повёл-ка я его, наверное, в воду. Давай. Там еще и зомбяшечка. Ой, чё ты... Ой! Ты что творишь? Ёбаный лучник. С другой стороны. Да что ж вы за сволочи-то такие? Бегай. Блин, вот как вот теперь на тот берег пройти? Его защищает этот сраный лучник. Вижу, да. И в воде к нему не подойти. И он не горит, зараза. Хитрый жук. Ужас. Так, железок набрала? Да, но там всего лишь одна штучка. Вот, тем не менее, хотя бы одна штучка. Когда этого зомбаря загашу. Я сейчас зомбятинкой питаюсь. Да, не полезный, как чипсы, наверное. Я думаю, хуже. Ох-ох-ох. Так, ну что, поехали. Так, сейчас открою, сделаю выход уже из дома, наконец. Вот. Вот так вот. И сюда поставим дверь. Сюда. Вот так. Осторожно, там лучник за деревом. Каким деревом? Вот он. А, уже стреляет в тебя. Беги! Да вижу. Ах ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты жук. Выводи его из-под дерева, паника, выводи. Паника. Выводи его. Пусть он сгорит. Ой. Вот. У меня лук, стрела, две стрелы и две косточки. Отличный дроп. Ух-ух-ух. Еще одна зараза где-то. Уходи. Просто уходи вот сюда. Так, а деревья рубить кто будет? Ну вот эти пока поруби, вот эти. Кто-то рычал. Что ж за беспредел ты такой? Слышь, кто-то рычит? Ну, возможно, шахты рядом. Под нами. Опс. Так, у меня чипсы кончились. У тебя есть чипсы? Да.
Две штуки. Тебе надо? Да. Да. Я ему восстанавливаю здоровье. Ну, а у меня топор сломался. Так что с тебя то новый топор. Так, а не из чего. Пойду копать им. Два этажа и подавай. Ну что, господи, ты надо такие башни делаешь. Так, еще нужно сделать печки и стекла наварить. Спешим пока трабл. Что надо сделать? Огородик. Долго мы будем чипсами там питаться? Ну, огородик. Ну, огородик надо здесь железо. Ведро сделать, чтобы приличный огородик сделать. У меня пока железо только на кроватке. Ну, в смысле, на ножнице. Так, есть камушек. Вот тут землей надо прикрыть, да? Угу. Ну, как бы не обязательно, на самом деле. Я не люблю халтуру. А потом там поселится какая-нибудь байда и будет там рычать нам над ухом, а мы спать из-за этого не сможем. Топор. Ну, сейчас скрафчу. Раз, два, три. Так. У меня нет дерева на палке. Ну, палки у меня кончились. Палки я в тебя кинул. Сколько топоров сделать? Три? Давай три. Раз на все палки. Вот. А. Ну, оставь внизу. Ох, сейчас будет больно. Йо-хоу! Да, больно было. Раз, два, три. Ножнички. Я побежала. Оставь 6 штук дерева на кровати. Ага. Ты уже стричь? Да. Сколько времени прошло? 16:40. 20 минут. Есть. Поспим на двуспальной. По-моему, темнеет. Да, я бегу.
Дома? Да. Есть 6 штук? Да. Давай. Я не посчитал. Раз. Да, хватило. Есть 2 кроватки. Юху. Куда ставить-то? Да? Ну, можно сюда, можно быть наверх поставить. Ну, сейчас пока да, сюда ставить потом. Лягает. Все, первая ночь. Да ужас.